Следующий важный технологический вектор активности на этой выставке, который бросается в глаза. Безусловно, любую выставку каждый видит по-своему. Это как 10 человек, которые описывают слона, и все время по-разному. Но то, что вижу я, это моя часть слона. И так будет выглядеть Кёльнская выставка в моей интерпретации. Здесь для меня очень интересны глубокие погружения в системы фильтрации. Если еще недавно вытяжка все время должна была быть выведена в отдельный канал, и воздух с запахами должен был быть выброшен за пределы помещения, то сегодня с невероятной скоростью развиваются технологии, когда вытяжка встроена в плиту, встроена в столешницу, а труба ее выбрасывает воздух назад в помещение, но уже очищенный и отфильтрованный воздух. Мы тоже представим свою новую систему в кухне Smart, новую систему фильтрации. Надеюсь, это будет еще один шаг вперед, вверх, к вершинам. И мы точно, будучи инновационной компанией, стараемся делать такие же системы. Здесь Бора. Бора, которая одна из первых начала вот этот диалог о том, чтобы воздух отфильтровать и оставить в помещении, не заниматься тем, чтобы сооружать трубопроводы для его вывода. Ну, огромный стенд, домашняя выставка, огромный стенд. Сейчас покажу немножко.